всему миру нужно рассказать страшную правду об ужасах войны, о геноциде белорусского народа, о польской оккупации, межвоенные периоды и другие нелицеприятные факты, которые мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить. Пришла пора сорвать маски со всех оккупантов и коллаборантов. В отличие от них, мы потомки великих победителей, которые вернули мир народам Европы, спасли от уничтожения не одно поколение. Они нас должны, страны и народы Европы, благодарить за то, что сделало предыдущее поколение, а не душить нас санкциями. Эту правду нужно каждый день рассказывать людям в странах вашей аккредитации, выступать в СМИ, размещать в социальных сетях. Нужно бить противника его же оружием. Вот только на нашей стране правда и доблесть наших предков, а их удел жалкие выкрики, шантаж и реваншизм.